Так, мой народ, спекайся в мишку. Так, дальше. Похилам, Полина, просите, мосс. Генерал. Если что, тут... Можно меня в пятую группу? Захожу. Гена спек... Не Гена. Прохилят? Чё? А как же Гена в соло прохилишь? Нам мы в девятый хили. Окей, сидите только на танках. Ладно, Гена, спекайся. Этот. Так, дальше. По поводу танков. Сейчас будет немножко по-другому. Этот. Алоя. Берешь на себя босса. Только босса. Элбрил там. Не могу показать инвайт. Куда поставить, напомни. Короче, там, где он стоит, короче, сдержишь. Монород, заберешь шамана, отведешь. Я тихо, сразу не врывайтесь там, мгновенно. Я заберу сейчас сразу звездочку и череп. Веду их на низ и поставлю. Тогда ворветесь. Быстрее будет. Саппорты выпить. Давай быстрее, и... быстрее. Мана пьем. Аспековать. Все, Life Music тут? Все готово. И это там, если от ханта будет этот пьет, заберешь тоже его на себя, чтобы меня в берцу не входили двое. Алина, что не хватает? Все хватает ей. Все, погнали. Да, а да, кого да, бить первым? Череп. Первым череп. Лоя просил. Да, я массаб. Все по черепу больше. Ловите тучку, это минус хоста. Заколебался от нее бегать. Приебите ДК. Откуда он бегает постоянно? Откидывает. Страшно нам гадать, когда он там, блядь, на пол. Маму страшно. Рожарю. Ману, ходи. Полипало ману. Им на хп аденали. Монород просил. Мосса. Сейчас. Убивайте звездочку. Сопроты не выпили или что? Чего вас так, блять, ебят? Ровно сопрот еще 3 секунды висит. Прям четенько. Типа убили эту телку, сопрот закончил. Еще нет. Ну куда ты побежал-то? Глыбу и стой дальше. Шамана, конечно. Или шамана бить? Да тихо, дота сдохнет. Диверсия. Да как и вы. Так, сейчас босса заберу. Пойдешь, потусишь там. Я поменьше буду прошибаться. Иди туси там. Что там микрофоном херачит? Это не я, тут кто-то другой. Я тоже это слышу. Кто-то жрет?
Адмирал сосед. Все, дым этого таст прошел, можете бить. Не отдувается за всех. Так Берсой больнее будет там пробивать. Чего, блин, лагаешь? Угу. Да я уже перезагружалась, например. Кот, иди дымашь. Конь, блядь, на тебя у меня от Т5, я тебя пока дохилю. Иди давай туда, в мини-зону, блядь, чтобы импакт какой-то был. В смысле, я всегда в мини-зоне. Да? Да, я даже не отбегаю. Не, я послушался, что Амир сказал, типа, конь, иди бей. Я говорю, не конь, а кот. А. А то он тут стоит, он командует больше ДТС. Сжечь ведьму. Нормально, смотрите, куда лужи положил из-за лага. Просто промахнула. Да, твой босс больше пробивает, чем меня. Это не всех. Слушай, это четвертая КД подряд этот ринга падает. Ну. Слушай, это уже не смешно. Сейчас тут три не упадет, которые не личные. Успех. Масса 90, да. Сука, блядь, да. Четвертый кусок, ёбаный свет. Масса красава. На Путавара. Народ. Кому оно нужно? Мне в позапрошлый раз мне отдали, потому что некому. В прошлый раз тоже кому-то там. Дарт. Ты про какую-то. Но успех никому не надо брать. Давай буду копить. Вот это. Глубинная брошь проливного странника. Кладбонная, хоть знаю, что есть танк. Погнали. Дальше. Лёх, ты моего байра на шмагола менял, да? Да. Ты запустил это на вашу верну. Я уступлю, я уступлю. Жнаяна тогда рад. Понимаю, блядь, 8 почти 9 лямов. Я, короче, сейчас занимаюсь делами, а Элбрил забьёт. Избыточного.
Так, монород танка, Войд в танка, Бладборн в танка. Я пока на замену, Рога заходит. Поставьте шкаф, пока не использую ничего. Так, поставь резист во гримар мне. На спек, тогда никто его не ролил. Прикинь? Травма типа почтилям в избыток нахуярила. Пиздец. Они тогда меня всем рейдом отговаривали, эту три не убрали. На робота суманете обратно. Зайду. Так, какого робота? Может быть этого, блядь? Идриса. Идриса, на ханта с Вайша не нужен мне? Сразу про робота в ОКХМ просто думаю. А что там Асгарды придирал, нет? О, кстати, Лёх, можешь пойти посмотреть. Так, слушай, Мак, где тут портал твой? Впереди, я перед шкаф. Я скинул ссылку. Лёх, где меня ассиста? Я ханта запущу на вас. Ой, стой, через камень лечу. Или у тебя лок найдет? Ну, что-то не помню. Не, локу не надо, башка. Все, я... Да, хамой зайдет. Если что, я на каналчик ниже спущусь, чтобы не отвлекаться. Ну давай. Лёс, может 6 хилов? Почему? Нет, 5. Ну раз, два, три, четыре, но шумовол зашел, значит ты его лема стекнешь. Поддамажешь водой. А ты лутера нам отдай. Кстати, да. Пригодится, наверное. Ну, Кирсу сейчас скину. Да, там. Всё. Пойду пока по коду скажу. Дэл, да, на голову. Мне просто что-то прочистило, а теперь можно голову. Кирс, ты же помнишь, как я сектант на офспек забрала, да? Помню. Поешь. Но знаешь, на тот момент я думал, что нафиг он. А что, он раньше был по-другому работал? Нет, они его просто не брали. А я говорила, ребята, возьмите, протестите. Нет, возьмите, протестите. Писание, он постоянно будет висеть даже по описанию. Он другой раньше был. Другой был? Да. Когда я брала, он не был уже другим. А что раньше давал? Только... То ли меньше хосты скрытом, то ли только хосты. Просто на тот момент он был, ну, такой себе. Ну, именно для меня в том билде, в котором у меня был. Но сейчас... Только хосты. Без крипа. Лудер, иди БУЕшки собирай. Ну, убьете, соберу. Или там что-то со стаками по-другому было, хз. Не, там было все то же самое. Это, короче, как долгонок раньше был. Ну да, типа того. Ну, только долгонок был прожимной, а это... Не знаю, как долгонок, когда вы меня всем рейдом отговаривали, она была уже измененная, эта тренер, но вы ее все равно... Какая? Вообще Трини Кау. Типа, хочу только потому, что ты меня видел. Секстант? Да нет, секстант нормально. Вот когда я ее грипп забирал, а я хотел ее потестить, у меня грипп ее нет. Причем, что он с ней не бегает даже сейчас. Просто видишь, Полит, у меня тогда приоритет на другой шмотку было, и я не хотел брать то, что я иди могу выдать этот шмот, боешь. Да вижу я все, что ты мне тут это.
Ну, Лорус, я поднять могу. Типа, если ты хочешь снять, снимай. Я сниму тоже просто. Свой. А, ты хочешь сапфир попробовать? Так они вместе не работают, типа, если на одном персонаже. Их разом нельзя одеть вроде бы. Сапфир на мне всегда надет, если что. Нет, ему нужен типа талик, чтобы кто-то надел. А что, он Эликса не найдет, что ли? Эликс надень. Можешь, нет? Чего одеть? Этот. Я видел у кого-то сегодня. Нет, у меня его и никогда не было. Ты пиздишь. Да не было у меня. А, это упростит, да, сори. Наехал такой. Ну, сразу. Заткнись, ведьма. Опа! Что за дела? Теперь тебе вечно не будет шмот падать. Не, и так не падает. Ну так поэтому и не падает. Потому что я бистовый. Да? Гена, а как же пояс хочешь? Пояс, ну это хило то другое. Ну что? Тебе еще пояс год не упадет. У меня другой. Сикстан тебе не упадет. Что это нужно на. Подожди, что тебе нужно на лок? На лока? Да. На лока ты опять надо. Вот опять не упадет. Ну, блять, на лок похеру. Вон, я могу спекнуться, типа, даже в таком шмоте. А, в этого дестрика и вообще сидеть чилить, две кнопки жать. Не надо ДПС прожимать, он для красоты тут, ты понимаешь, мой народ. Как красоты. Китай статуэтки ставят, с монеткой. Когда будешь эмку собирать, тебе за все инсты ни одного осколка не упадет. Блять, мне на саму по 11 осколков на каждом КД падало. Чё ты тут говоришь, что падать мне не будет, ну? Теперь не будет. А, ну да. Он воронка упал. Ща. Лол, что, двойной тайфун? Удивительно, не правда ли? Лёха ушел с рейда и все начало падать. Все как обычно. Дар дикой природы. У меня сейчас, короче, была анимация двойного тайфуна, но тайфун в КД не ушел. Что? Гена, посмотри инвентарь. Пригодится. Петух. Сказал тот, который играет с собой. А, ее продать можно, спасибо. Так надо выбивать то, что нельзя продать. Это как Леха сказал, совы. Изи 10 голды. Да, Леха, я помню, сказал, говорит, совы, это то же самое, что петухи. Сейчас обидно было. А мне страшно. Если есть, то ему очень годно. Я готов. Надо вроде нет. ДЦ. Монород, ты в танке? Монород, ты кто еще? И Кладбон. Рыба 11 минут. Мне надо врыв. Давай по. Все, теперь вижу. Рыбка стоит, суманули тех кого. Элбрил тут. Жить. А шо? Элбрил. Изи тактика, да? Элбрил. А, ты не выбил плащ себе. Я ему кидал суман гифк. Ну, значит, 24. Чё, кто-то он ничего не выбил. А, все, он тут, он зашуманил. Пристан, дайте. Да мы тут в прости. Сядь на Эликсом килл. На Эликс. Пуляй алоэ. Можно вначале на пол у меня лагает? На пол в алоэ. За колонной спрятали. Просто не бейте и всё. Дайте поставлю.
Сову, кстати, можно было в центре оставить. Я помню, на этом боссе, когда шары начинают лететь, Хома такой говорит, поставь тотемы. Я такая, зачем? Посередине, говорит, сказал, поставь тотемы. Он за них прятался, эти шары ударялись. Серьезно? Ты прикинь так, мои. Чипы. Сучий босс. Кстати, блин. Ты ж видела, да, что мне плащ купал? Да, я следующая. Три совы, типа, в этих, нахуй, моются. Ну, как раз, смотри, время для этого. Как там, купальный сезон совиный? Этому пернатому надо плащ? Нет, он один из первых. Ну вот. Подведите трэш, чё? Что-то у нас как-то странно, половина трэша. Его ворк рейд, вторая половина. О, прикольно, я могу землетрясение на потолок кидать. А, ну да. Блять, там этот. Там что-то летает, видишь? Замучился летать, наверное. Что там такое на потолке? Вот там, где вот эта арка заканчивается, сверху. Там такой небольшой выступ есть. Туда можно землетрясение. Парада же тоже плащ, да? Нет. А, понял, все. Ну, теперь я в сову превратился, вечно ли? Я тоже летаю по КД. Посмотри, мой ДПС. Посмотри. Я же думал, может не подходить отсюда и бить. Блин, все равно летит скилл назад. С меня может босс. Конь на пол по КД. Это нормально тогда. Хоть пиздец, я вообще каждую лечу. Что такое? Сука, уже в третий, блядь. Я тупо первую пропустил, и теперь каждую. Помню, как-то на Лану, когда ходили, меня по КД тоже. Все, что только можно кинуть, все в меня летит. Наверное, меня не было. Наверное. Да, рой, ебаный рот. Лол. Да, это, Айл оф Мюзик, ты, типа, который раз летаешь? Почти каждый. Совы созданы, чтобы летать где? Блин, вот к этой фигне бы нашей нормальную анимацию. Прям непонятная фигня. Ты просто бедный. Страдайте, страдайте. Куда еще? В ОКХМ страдайте, еще тут страдать мне. Что происходит? Блин, тебя кто-то обижает. Обижает, да. Я сейчас потек, потек. Чё, какой бачок? Ну он говорит на мне агро, я говорю, я в бачок отбегу. Агро забрали. Мы друг друга поняли. Ты
Я устал уже напуливать, пока дало. Все, там уже босса надо. Босса надо напуливать. Десятка ДПС. Я лагаю, я не могу скиллы сжать, я боюсь босса. Не, они не сорвут, но просто я говорю, я устал. Сейчас, короче, ШВ дам уже нормально будет. Дал ШВ. Прожимай ШВ на одном ляме, да. Так и надо. Да то видишь, никто не умирает. Да как Гера, только лучше. Какая редкая шея упала, я за ней долго ходила. Паролить, как думаешь? Смотри, если крит хочешь урезать, то она идеальна, я с ней хожу. О, нормально, уже жена. Ну ладно, давайте. Прости, берешь? У меня лагает или что? У меня 16 лямов. А есть у кого-то око дракона с собой? Ну, вот этот рек. Клич никому не нужен? По-моему, ты еще босс стоишь. Это сейчас стоит просто. Да вот этот реагент для Ювы, для особого камня. Ну не для особого, для бонусного. Вот, у тебя стоит. У меня тоже стояла багруха, я убрала на эту шею. Очень если что, у Элбрила есть 3 штучки с собой. Сколько за одну куплю? Сколько они вообще стоят? Я не помню, 200 с копейками на оке покупал. Ну, я за 200. У меня, по-моему, на престе есть. Ты возьми, я потом отдам ему. Да у меня есть голда. Значит, давай еще. Назар, кольцо тебе не идет. Паладин уже вообще РП нет смысла, да, в шмотках собирать? Ну, да, 5 есть. 35% собираю. Как ты говоришь, доты 5? 35. Во-первых, не 35, а 30%. И это собирается только доты 5. На обычном личкинге. Да, ну я же говорю, актуаль лич. Ну просто потому, что нехуй больше собирать. Что там по урону по боссу чисто? Сейчас скажу. А когда ты 5 вообще фулл сила, да? Да. Ну, крит еще надо. На треть. Ты сразу после двух локов. Он что-то показывает, что резист нахерачил 63к. Да, так он, наверное, есть. Не летал, да? У него 16 лямов. По-моему, надо на мест. Форум выкладывать и просить, чтобы это не рфанули. К Джоке, да? А, и наоборот апнуть, что вообще... А вы понимаете, можно, что это уже с урезанным уроном? Меня слышно? Я не лагаю в Дискорде. У меня Вов сильно лагал. Колечко можно сейчас паролить? Я вообще завис, как говорит. Ну, колечко. Пароль, если Розарио переролишь, у него заберет. Да ладно. Сколько там будет у Розарио? Помни кто. У Розарио? Сейчас взяли. 16. А, ну алоэ перерулил, да. Финиш трейд, я отдал. Блин, у меня что-то 4... А, 5500 пин, у меня вообще лаг. Вот прикиньте, что это с учетом того, что этот луч у Фроста уже урезанный чуть ли там не в 3 раза потратил. Коника что-то слабый слишком. А где сова? Где вообще сова? Сколько раз ты летал? Сова сгорела на костре. Неликс, а? Как обычно, ноль. Ноль? Ну. Я 4 раза. Спроси вон, сколько I Love Music летал. Что за хрень мне написала ваша добыча, голоса какая-то. Ему проще сказать, сколько раз он не летал. Ты про голоса? Если ты голосуешь, тебе это приходит теперь таким образом. Пришло? Как Мозера выделил от этих вот элементарий? Он типа агрил и сразу же сбрасывал агро? Да, да. Подойдешь, короче. От дороги так можно? Кинешь метательно. Кинешь метательно и нажмешь ваниш. У меня тут такой вопрос.
Я знаю, скиллы разбор. Так иди прямо сейчас попробуй. Сейчас попробуй. Зачем нам РЛ вообще? Короче, я ФК. Всем говорю. 250 ГП. 250. Девка. О, сработало. Девка. Ну. Девка. Что-то не слышно его. АФК не будет. Давайте ГП ему. Ну, кстати, можно. 1-1. 5 соточек, что ли, выдать, да? Блин, у нас СРЛ был на синдре, отходил на полчаса, Сагрид, короче. Монород, блин, зачем? Только большого, не Сагрид. Че, говорит, пойду дверь открою, как через полчаса подходит. Ну, господи. А что-то вроде бы недавно тоже было с таким же этим. Кто-то там отходил, то ли чай, ну, то ли что, и его до концерта потом не было. Там 3 часа, что ли, еще было. Это грипп, видать. Адмирал тоже неделя 2 назад, да, сейчас я это... А, да-да-да, точно, это Адмирал был. И пропал, уснул, наверное. Но так как это был топ РЛ, топ хил, топ танк, ничего не ну, как обычно, перерыв голову положил на руки прямо на столе и отрубился. Ой, я помню, тоже так отрубился, как... У нас было такое тоже на офиге, чувак говорит, пока был перерыв, я, говорит, голову на руки положил и проснулся через 4 часа. Пианист. Ну, значит, танчит про товар босса, да? Ага. Ничего. До 500% стака. Типа, можно нормальную тактику убить, как обычно это делается. Ну да. Там нужны на пулы двух разбойников, ДКшника, в момент, когда босс меняет цвет. Надо лорусную рыбу. Как? Нормально или лагает? Ты что, не ел, что ли? Алло, я? Да-да. Сильно лагает? Ну, сейчас вроде отлагал. Спекайся, Войт, в танк. Да и так в танке. Ну все, тогда кладбон, монород, Войт, будет трэш. Лоя уйдет босса. Когда на переводе, стопайте все ДПС. Скажите, скомандуйте там, когда на пул. В смысле, когда? Как начал вести, можешь отдавать на пул и не бить. Не, ну там когда-то он на гроз сбрасывает. Свет, а, когда поднял, это... сразу лучше. Под на пул. Кот на всякий случай. Ну, Коника спроси. Он тебе скажет, как лучше отдавать на пул. Он спрашивает, что такое на пул. Вот смотри, переводит босса танк, убираешь босса с цели, чтобы твой разбойник никого не бил автоатакой. Нажимаешь на пул на танка. Как только босс сменил цвета, моментально начинаешь бить босса, и на пул пойдет на танка. И тогда никто никогда не сорвет. Понял, да? Точно? Не слушайте про Тварова, он вас обманывает. Закил. Блять. Стой, нет, начни. Все, все готово. Я не позволю вмешиваться. Убирал мне поездку. Только не подкинь. Только никому не говори, да? Да. Анонсите стаки, я их не вижу. 25. Вот в объявлении рейду что не показывают? Нет. Я скажу, Ген. Если повысить так, то на 100 перевод. Готовься переводить. Переводи. Бах. Минус. Вау. Словечко. Рибах подокадайте. Кто там сорвал? Не бейте. Дайте танкам набрать. Бейте, дайте набрать агро.
хильте по народу тогда. Сейчас сапрот выпьет алоэ. Да. На вас монорота заберите. Мобов играйте, Тим. Там вместе будете переводить тогда, и набьет агровую. Народ. Давай я туда сразу. Переводи. Встану. Переводи. Мобов добейте. Выйдите. Выйдите. Когда ему берите сразу шамана? Диван дайте. Далеко не. А, там. Он у всех шлили. Да, тоже пофиг. Диван кого-нибудь там дайте. Чё за... Кто сорвал агро? Ты меня убил. Там танк умер. Там вначале, да, алоэ убил. Алоэ шот. Эти релогнусь. Там помогает. Больше 70 к в него прилетит. Помогает, там скажем. Блин, и кого-то они это, да? Сумонься, чё вы присмеялись? А просто тут, наверное, будут убивать. Говорил, нет, блядь. Можно сжаться, просто проблемы. А мы тебя звали. Может, я нас был даже замену на пуле кинуть. Проверку даже подтверждал. Так вместо кого тебя сумонить? Меня замени. Меня. Алоэ замени. Алоэ подлагивай, да. Нет, меня вообще толку нет. В смысле, ему Тринис нужна, ему босс нужен. Зачем его не... Ну, кстати, я вообще болею. Полагаю, я сильно. Луховат пришел. Квад, здорово. Какая разница, если лагаешь, ну, будь в рейде, да и все. Не сломанул. Трэш попробую пособирать, по-моему. Фрогу тогда поменяю. Очень... Я поменял. Что тогда коняка. Поменяешь? Коняка, завейди. Что, подомножать тогда можно, да? Иди работай. Монород, если что, с алоэ ловит трэш. Так, и все стоят в одной плоской. Поехали, да, где это? Да, что трэш? Зачем, когда? Чё, вообще не переводим, да? Не, ну, я буду переводить, но не так часто. В какой плоскости стоять, не понял? Там, где босс стоит, там и вы стоите. Куда перевожу босса, то там вы уже должны стоять. Там есть плоскость. Да, если вы сорвете агро, мне было похуй. Я понял, понял. Так, сядь здесь, а то... Сейчас могу исчезнуть. А. Красавка. А дай умереть, пожалуйста. Ну чё началось-то? А давай стаки на нем набьем, слышишь? Блять, идея! Да дайте умереть, сука, я его скинуть хочу. Куда вы так быстро? В воду спрыгни или босса с пуль просто и сдохни от босса. Тихо, всё, хорош. Опять этот врыв. Найти вам веру. Спасибо. Пожалуйста. Я тоже застанила. Бейте, да. Кто там со мной стоит? Ой, иди сюда. Это не. Да, наверное, даже не в курсе, что он рядом с тобой стоит. Не надо никого за меня стоять. Это Беларус все закинешь там. Вот то и дело, да? Ни одного ни урона не. Ставим серединку, а то хила заморозишь. Алоэ. Нормально. Соточка.
соточка, на. На скольки будешь переводить? Ну, на следующий. Следующий. Перевожу, стоп, ладно. Все, поехали. Что это такое? Попробуй, видишь. Видите, босс? Блять, нету маны. Походу придется вам ее заливать. Теперь есть персональный. Может, на тебе щиты не кидать, Лёх? Не надо, не кидай. Меня не пробивает, но. Вот там. Так. Что-то. Что-то да, блин, народ. Зачем босс держал? Переборщил. Снимите. А Lost Music поднимем, народ. Напоминаю, срыв босса. Смерть. 250. Перевожу плоскость со мной. Кто там, блядь, сзади стоит? Сейчас же уже это твоя пойдет. Так, ревностно ушел, так что добивайте. Вот она сила прото-паладина. Потому что, блядь, тут ну хули вы стоите его? Когда у меня, блядь, обморожение, я не могу парировать, уклоняться и блокировать удары. Выйдите от меня нахрен, Богбон, отойди, блядь. Короче, становишься бесполезным, мы поняли. Типа, зачем вы? Так давай просто. Вот. 100 тысяч, добивайте, давайте быстрее. Могу упасть если что, так что это. На той стороне ДК стой, если что, упаж. Все на ту сторону свалить. Мобы, Лёха. Ебать. Бабл. Все нормально, все нормально. Только, блядь, не этот. Зубы по нему, зубы. Трэш, трэш. Беляма добей. Блять, агро, агро, агро. Снимайте, блин. Я ж не танк. Я не могу забрать. На ком сейчас агро ебучь? На мне, я в кучке бегаю. Добивайте босса. Да добейте полтора ляма, господи. Блять, куда он идет? Далеко не уходить, свыдется. Он же агро обнуляется. Сотка. Ну. Тащи жену Ян, жену Ян, давай. Да я уже слил бабу. 200к, давай. 100, 100. 100. Ну, 80. Коников, ворот. 50 тысяч, блядь. 50. Все, некому бить. Сядь, давай. Тысяч. Так, а голову на плотину кто-то продает, нет? Да. Чего он сдох? Какая и этот... И монород. Чего вы дохнете, блядь? Ну монород, то же самое, скорее блядь, всего, стан далось и все. Наверное, да. Два танка отлетают, от чего, блядь? Вот это говно, стан. Да. Влетело, говно. У меня 62. Ну 62, что такое 62 вообще? Моп ударил. Ну до этого ему ударило 44. КП было 37 тысяч. Сейчас будет убивать Алара в Хэмке, но выпаться на гидре. Просто надо было перевести, наверное, еще разок. Видишь, знак порчи 500% и мобов тоже. Да просто никто не ДПСит, вот и.
Мне что выпадает свет? ДПС быстрее. Ну да, соврин ДПС. То есть погонов, которые меньше 15 нахуй. Ну знаешь, такое это сядь и руки будут, и все. Бафа. У нас же лишний танк был, да? Получается. А вообще не понял. Был колодбон в танке. Ну что ты в танке делал? Там два мишки. Ну а зачем? А, мне сказали в танке. За выйди. Зачем, если я... Ну он был в танке, потому что тебя нет. Отдайте починиться. Дживс. То есть мне в кота сейчас, да? Конь, иди работай. Хер. Ясен хер в кота. Монород в кота, алоэ в ДД тоже. Только мешает. Боже, бафы. Цени, алоэ, оставайся в танке. В страховке. А народ кота спит тоже. Два мишки в кота. На пол коника трэша на мишке. Поставьте шкаф. А что, чё, мне сейчас... не дамажить, что ли, или что теперь? Дамажите? А. Все дамажат, кроме меня и алоэ. Все, приехал. Только суммуните да там. Так а чё устали? Так под боссом под салом были. Что? Ну там не доставал рез, там эти комментарии были. Достает тут всё рез. Бафы дарится. Сумонят еще, погоди. Я говорю, я на тебя лучше босса наборю. Босса никто не трогает. Гена, Вага, Войт. Смонили. Опять сова это со мной рядом. Чалё, убили ДВшно РСМ? Да. Да, я с первого пула затанчу. Чё, что-то у ДВшников в последнее время с первого пула все падает. Сова, чё? Даю это. Гуляю, босс. Геру с пула поехал. Я один танк на боссе, смотрите. Ванна на пол трэш. Может кто-то трэш. А может она лайп попал. Я не смогу прям полноценно напулить ничего. У всех напулился. Рано ко мне вообще. Хорошо. Мана восстанавливаю. СС закинь мне, блядь. Кинь спрашивай, пожалуйста. На 250 же туда? Ну я на 250. Угу. 2 секунды. Все, можешь переводить. Я говорю, лучше ловите сами мелких, я лучше босса понапуливаю. Что случилось? Ты не
подъем. Вагу подними там. Сколько знал? Сто пока. Нормально еще. Че могут так много? Чао, ешка будет. Все приводи. Топали. Да шо чё? Там не беги, в небе зону. Стою. Смотрите, там аккуратнее. Крылья прожимаю. Сто. Три секунды будет 250. Кошечок надо бы. 250, Лех. Блять, меня заморозило. Сейчас сдохну. Какой, блять, милик ходит возле меня там? Что-то новенькое на ветерке сопротивление. Подведите меня в зону, помню. Вот соло. О, еще и запас МП5. Ага. Я их тоже нашел. Как мне нравится этот босс. Ну, на ласта бегите. Ну, вы у меня с РС-ки. А у меня просто нету с РС-ки. Мейнспек. Немного потанчу ласта. Оффспек. Траст. Крит. Че, никому? Роботом был за мне что. Кому Вайша не нужна? Майнспек. Я могу подменить. У меня тоже клиент. А, вон Шумагол закину. Оффспек. Че, тоже никому? А запястье тканевое с духом без ГП забрать можно, но? Нов, да. Main spec. Off spec.